2018 год объявлен в Кызыле годом пассажироперевозок. Такое решение было принято на 48-й сессии Хурала представителей в рамках муниципального часа. Загрузить или дозагрузить Кызыл новыми маршрутами в Хурале представители рассчитывают как за счет частников, так и увеличение числа муниципальных автобусов на дорогах столицы. Городская программа нацелена на улучшение качества пассажирских перевозок. В частности, уже в этом году автопарк должен пополниться 20 новыми автобусами, 14 из которых с бензиновым двигателем, а 6 будут заправлять природным газом. Муниципалитет при этом рассчитывает на помощь региона. Отмечается, что город будет участвовать в торгах на новые маршруты наравне с частными перевозчиками. Создание муниципалитетом конкуренции предпринимателям, как ожидается, приведет к улучшению качества услуг. Несмотря на то, что в мэрии уже имеются планы новых маршрутов, к разработке расширенной схемы перевозок муниципалитет планирует привлечь и горожан. Уже сейчас любой желающий может предложить свой маршрут. Городская администрация, в свою очередь, будет аккумулировать все предложения, анализировать и формировать на их основе наиболее востребованные маршруты с точки зрения жителей столицы. Предложения принимаются до 15 декабря. А к концу года муниципальные власти планируют свести их вместе, обсудив эти предложения со специалистами.